Всем здорово, купривет! Сейчас вы увидите старых добрых мурлоков с баблами и ядами. Но для начала хочу рассказать вам про важную новость. Недавно YouTube чистил мертвые аккаунты и отписал большое количество человек от канала. Под это попали, конечно же, обычные пользователи, поэтому обязательно проверьте подписку. Возможно, YouTube вас отписал от канала. Ну а те, кто никогда не был подписан, подписывайтесь на канал. Ну все, не забывайте ставить лайки, если вам понравится этот видос, и всем приятного просмотра. Все, на этом наши герои закончились. В прошлой игре такую подачку дал, больше не будет у меня хороших героев. Давай сыграем на Жорже. У меня Жорж почти всегда топ-8, иногда топ-7, там топ-6 даже иногда получается, но не выше. Может быть, сейчас исключение какое-то будет, попробуем. Ну смотри, пришел Мурлок, отлично. Типа Мурлоков что ли выйдем? Давай попробуем. Чего бы не попробовать, можно попробовать. Спасибо большое, Endgame. Можно взять и кинуть обилку, но как-то, если честно, не очень. Ну, а кинуть обилку то же самое примерно, что взять 3-3 на этот слой. Просто это плюс гривна, а обилка это минус гривна. Получается, что я просто потом не успею это все потыкать. Я же знаю. Надо у него секунды, если уж мурлоки собираются. Ну, давай попробуем, то мурлоков, может, это сейчас реролим, там еще мурлока найдем. На самом деле полнейшая фигня. Нафиг оно надо, просто вот так делаю. А че? Давай вот гривну возьмем. Потом еще апнемся, если какой-то реплет, может, придет или еще что понадобится нам. Плюс чуть забафается отсюда. Что там? Чел, это стол у тебя, да? Или это ты, ну, рофлишь чисто надо мной? Это смех какой-то. Можешь гулю взять. А, ну, сразу видно подписчик. Сразу видно подписчика, который знает, как играть на этой собаке. На пиратов я вряд ли выйду. Это, скорее всего, соберется триплет. А в этого яд едем. Да, короче, по-моему, неплохо. Офигел. Это шестой ход? Это лучшее, что я видел через эту стату. Ну, нормально улетел. Ну, лучше бы в этого, конечно. Ну, офигел. Давай. Интересно выглядит. Давай, конечно, возьмем. Сюда, наверное, кликну. Почему? Потому что эти должны все равно дальше стоять. На второй слот отлично будет. Сюда, короче, и все равно кликну сюда. Я-то, скорее всего, продам, потому что его надо вернуть в пол. Чуть не то. Слишком хорошо идет как-то. Чудо-гном. Надо, да? Чи не? Ну, продам. Ну, конечно, бабла сейчас не кинул, но ничего страшного, зато вот как получилось. Классно получилось. Хорош, хорош стол. Сейчас главное каждый ход тыкать обилку, а то потом я уже не успею нифига. Вот каждый ход, абсолютно каждый, вот тыкать, 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 тыкать. И осталось найти чуть-чуть ядов, я просто все равно проиграю, потому что это ужасная тактика, она не рабочая. Просто каждый чел вообще гулю возьмет, и я проиграю, вот и все. Она просто одной карты это законтрить легко. Единственное, что может кто-то не найдет, нифига я там не гулю, может никто не найти. Ну как, я в прошлой игре вот девчулю искал, точно так же и гуля может никому не прийти. Ну, знаете, с моей прекрасной удачей. Ну, ищем. Я понадеюсь. Конечно, полный бред. Ну, минус бабл, понятно. Но я понадеялся. Ну, знаете, иногда нужно рисковать. Иногда. Не всегда, но иногда. Иногда. Я баблы не кидаю, это очень плохо. Наверное, сейчас надо было бабл лучше кинуть, чем нежели усить. Хотя, вот не уверен в этом. Может быть, все-таки, наоборот, это лучше было бы. Не знаю, пусть что будет просто, да. А почему он первый стоит? Ищем. Что приходит что-то? Раскопочку бы найти, хотя бы разочек. Так, ну, разок. Можно кликнуть, конечно. Да, наверное, давай, кликнем и обилку тогда кликнем. Обилку кликнем вот сюда куда-то. Под конец поставим, получается. Ну, получается вот так. Да, получается. Ну, как-то так получается. Ни одной нафиг раскопки нет, ничего. Зачем клава в Харстоуне? Ну, чтобы быстро эскейп нажимать и консидать. Гулю можешь взять. Пожилая фиалка, давай. И два яда. Трипет же, да, соберется. Ну а что делать? Придется брать. Не знаю, я гулю что-то скип. Да, реально. Там это был, да? Да. Куда все пропало сразу за секунду? Ну собака, вообще ничего нет. А, не буду брать, давай еще рерюлим. Бубл сюда, может триплет собраться. Там может такая ситуация, да, произойти. Может, ну как бы, ну может, ну как бы не может, ну как бы может, ну как бы не может, ну как бы может. Ядов нифига нет, их просто нет. Спасибо, Endgame. Тык, 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 тык. И ничего не придет, да? В очередной раз. Ну вот проблема, когда ты играешь не на...
Ошибка. Пофиг, в 6 сейчас играю, пускай тогда первый бьет. А, да? Надо было просто взять карту и что-то взять. Ну, пофиг. ХП много. А, уже топ-4, я даже не заметил, честно. Исчезли магическим образом. Все исчезло. И ничего нет. А как так? Чат, 100 зрителей практически. А лайков всего лишь 50. Давайте исправим эту ситуацию. Пожалуйста. Поставьте лайк. Багургла? Да не, Багургла такая. Ну так, если здесь яд обычно не приходит, то Багургла точно не придет. А 4 гривны там. Ну, видишь, чуть... вот почему я не могу нифига найти. А он специально, да, типа, это стримстайпер или что? Нафига он это собирает? Иди нафиг. Не, ну реально. Ну, Саня не должен был выиграть, но он выиграл. Нет, я не знаю. Если бы я знал, ну я без понятия, кто это. Единственный человек, поставившийся на топ-1, топ-3, получит 4-кратный прирост кексов. Получается, что так. А вот они мои все яды. Вот они слева направо. Вот они все для деда. Ну, типа, даже хп не дает. А еще че? А еще че? Ничего больше не расскажешь? Там уж интересная история какая-то школьная. Давай, что-нибудь еще расскажи. Ого, нифига офигел. Не, вот так бы сразу бы сделал. Чего ж тут говорить-то? Всегда бы так, Сань. Совершенно другое дело. Ну, совершенно. Ну, согласись, ну стол-то посмотри, как выглядит сразу. Красиво же. Но опять же, одна гуля нафиг, у меня ничего нет. Ну, теперь просто крутимся. Просто вот эти вот, вот эти вот крутимся. Давай, давай, апнемся, наверное. Ну и что-нибудь там. Соберем, 2-5. И ничего. Ну и сюда кликну. Ну так, сейчас. Да не, ну ТикТок, ну типа нормально, там, ну, в плане творчества, да, можно что-то вот создавать, какие-то микровидосики. Ну просто там же все видосики абсолютно нафиг под копирку идут, все друг друга копируют, ну насколько я знаю, да, никакого там творчества нет. Вот YouTube это творчество, ну хотя YouTube сейчас это не творчество, все блогеры нафиг одинаковые, все сожрались, и все делают все ради денег только. Вот я помню еще в 2012 году, когда я только начал вот узнавать, что такое YouTube, потом 2013, и дальше уже пошло, вот это вот в YouTube, ничего не было, все сидели, все делали... Вот чисто для себя, чисто потому что нравилось. А сейчас нифига не так, сейчас, ой, стану нафиг блогером. Ой, поскорее бы стать блогером, нафиг, чтоб не работать. И поскорее бы денег побольше бы зарабатывать. Ну, а как? Ну, Хрестовым я занимаюсь год уже, типа, скажем так. А так, вообще, видеоблогингом я увлекаюсь очень давно, прям очень давно. Давай возьмем и постараемся брата найти, будет здорово. Я ж найду. Давай попробуем, чат. Ну реально, почему не попробовать? Можно его просто взять и типа ничего не делать, а можно просто сделать несколько роллов и кинуть еще одну билку сюда. Ну, мне вряд ли поможет, но в некоторых моментах. Я не хочу просто продавать, мне дико хочется собрать золото. Короче, это либо золотой бран и привет, YouTube, либо топ-3, топ-4 и не привет, YouTube. То есть до свидос, YouTube. Хотя, конечно, ну наверняка сыграть это вот сейчас вот это вот все кликать. Это вообще не наверняка, так нельзя играть. Давай вот так. Я постараюсь. Ну, реально. Контент-то надо делать. А, тут, ну, слушай, значит, не зря, по сути. Ну, у него какой-то немножко странный стол, если честно. Он пытается выйти в старту, вот эту вот, которую я в прошлой катке пытался собрать. Так у меня там флургл был, а у него здесь ничего нет. Осуждаю на всякий случай со всей силы. Ну, спасибо большое за... Ну, осуждаю. Ну, опять же, вот по-правильному взять споры, конечно, там вот, все кликнуть. Там, я попробую, ну, попробую. Ну, Сань, ну, надо надеяться на это, надо идти до конца. Мы с тобой люди серьезные, правильно? Даже обилку не... Я ничего не буду делать, я просто ищу. Да фиг я не найду, невозможно, блин. Найдем, нет. Надо было просто его не ставить, реально. Его поставил тогда, и типа... Нет, Санчико, ты идешь нафиг на этом моменте. Я могу просто сделать еще одному Мурлока, получается. Просто это все... Я пока золотого брана не найду, ничего не буду делать. Я реально говорю. Я его и так выиграю, по идее. Я мог сделать его, мог взять еще одного Мурлока, сделать еще один яд. У меня было бы все яды, плюс и сокрыться еще этой. Но я хочу вот это все разыграть по золотым бранам, потому что хочу. Вот и все. Хотелка не выросла. Хотеть не вредно. Ничего себе у тебя хотелка. Все, иди нафиг, короче. Этим заниматься. Я тебе искал 10 тысяч лет, ты не пришел, все, нафиг. Иди. Реально говорю. Все, давай. Погуляй. Все, кину, наверное. Это было там, по-моему, да? Или там ничего не было? Не помню. Наверное, вот этим закрою сейчас. Так вот просто посмотрим, да? Стоп, не знаю, слишком легко. Я ничего не делаю, я фигню делаю в игре, я выигрываю. Может, это не тупо идет? И как раз таки с тем самым названием. Старые добрые мурлоки или мурлоки с баблами там, или что-нибудь такое. Да прикольно, но просто я очень хотел сделать золотого брана для превьюшки. Просто мне его не надо было ставить на стол. Ну то, что он за 54 ролла ни разу не пришел, это тоже такое себе. В следующем ролле будет бран. Классик. Ну и чё-нибудь там
это, ну, что-нибудь, вот, что-нибудь такое, да. Так, чисто, что было. Не, прикольная тактика на канал, мне нравится. Я думаю, людям тоже зайдет. Такое что-то необычное, более-менее. Надин же не нужна? Можно просто ее поставить, типа, обилку нажать. Какая разница, мы выиграем, там, 100% без вариантов практически. Ему гуляток поможет, в этом случае, да. Но так нет. Ну, опять, можно поставить обилку нажать, зачем? Будь что будет, да. Да, чего не можешь гулю найти? Дождя, у него разве в прошлый раз так было? Я даже за игрой на самом деле не слежу. Просто сижу, что-то кликаю, что-то получается. Ну такая, прикольная, хорошая, нормальная, даже в каком-то месте интересная акатка. Поэтому он на ютапчик пойдет. Ну, точно пойдет. Ютап, заходите на стримы, ага. Реально, ютапчик, заходите. Стримы каждый день идут на этом канале. Или на твиче, там твич в описании есть. Ну, ставить лайк нет, там это все вы решаете. Кликать на эту кнопочку или все-таки кликать на эту кнопочку. Или подписываться, а может быть комментировать это. Спасибо за лайк сейчас.